Добрый день. Готовлю обыкновенный, быстрый, простой обед. У меня будут котлеты с начинкой. Для котлет я возьму фарш. У меня свинина с говядиной наполовину, яйцо, лук, чеснок, картофель. У меня здесь сухари, немного крахмала, соль, перец и овощной бульон. Это сейчас все измельчу. Для начинки у меня картофель. Картофель отварной я отварила в микровелле. Немного моркови, немного вот сладкого, или как болгарский, ну какой-то есть другой, в общем, перец сладкий. И два сорта сыра у меня. Это будет у меня начинка. Фарш. Добавила лук, картофель, сухари. И сейчас замешаю фарш. Фарш замесил и дам ему минут 15-20 постоять. Готовим начинку для наших котлет. Добавляю сыр, два сорта и перец. Соль пока не добавляю, потому что сыр у нас соленый. И я немного притомила морковь, чеснок, перец и лук. И добавила грамм 20 сливочного масла. Формирую небольшие шарики, начинки для наших котлет. Фарш хорошо настоялся за эти 20 минут. И я формирую котлетки. Прячу наши картофельные шарики. Наши котлетки. Котлеты с начинкой пожарились. Посмотрим, как они выглядят у нас внутри. Сыр расплавился, как я и хотела. Тянется сыр. Очень вкусно. Я уже одну штучку скушала. Хорошее сочетание. Возможно, не надо было добавлять сюда сливочное масло. Немножко жидковатая получилась начинка. Но вкусная. Простой, быстрый обед. Я приготовила котлетки с начинкой. Результатом я довольна. А вам желаю всего доброго.